Главное событие сегодняшнего дня. Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Речь главы государства касалась самых важных аспектов жизни страны. Владимир Путин много говорил о развитии систем здравоохранения, образования. Отметил, что за последние годы усилилось сельское хозяйство по объемам экспорта, обогнав продажу вооружений. Много говорилось и о проблемах, в том числе о борьбе с коррупцией, которая не должна превращаться в шоу, а должна вестись последовательно и постоянно. Не меньшее внимание в своем выступлении президент уделил проблемам бизнеса. Предпринимателям, особенно начинающим, нужно оказывать помощь. Экономика страны нуждается в них. Уже дал прямое поручение исключить трактовку работы самозанятых граждан как незаконную предпринимательскую деятельность. Не нужно цепляться к ним по надуманным поводам. А чтобы таких поводов вообще не было, прошу в течение следующего года четко определить правовой статус самозанятых граждан, дать им возможность нормально, спокойно работать.